Такой праздник, как Международный день защиты детей, не мог закончиться после завершения утренней и дневной программ. И в вечернее время, когда легкая прохлада сменила июньский полуденный зной, для славянских ребят были предложены интересные мероприятия – познавательные, спортивные и развлекательные. Мы побывали в районе парк-отеля «Уют», где внимание юных зрителей, их родителей, а также всех присутствующих здесь славянцев и гостей города – было приковано к эстрадной площадке, где выступали воспитанники отделения развития творчества «Жар-птица». Способные певцы и танцоры щедро делились со зрителями плодами своих талантов. Очень веселый праздник, и каждый год, как обычно, наше отделение детского творчества устраивает большое мероприятие, где каждый из кружков показывает, чему они научились, и развлекают детей. Мы, как студия творческих инициатив, здороваемся с детьми, нам это очень нравится, мы любим свою работу как-никак. Мы будем с ними танцевать, общаться. Я считаю, что работать с детьми – это очень хорошо, даже вот в таких рамках. Зрители горячо аплодировали юным артистам, благодаря их за выступление. Маленькая страна, маленькая страна, там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. В Северном парке проходил турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню защиты детей, в котором приняли участие 6 команд. Игра эта очень интересная и требует немалых мастерства и сыгранности. Я очень люблю пляжный волейбол. Играть нужно 2 на 2. Самое главное в этой игре в пляжный волейбол – сыгранность, внимание и умение играть. 8 команд мальчиков и 10 девочек соперничали за победу в соревнованиях по стритболу, также посвященных празднику детства. Я занимаюсь баскетболом 5 лет и считаю, что баскетбол – это основа сильных людей. Сегодняшний турнир самый сложный, потому что следить за каждым игроком не очень удается, так как играют на маленькой площадке и мало людей. А на театральной площади фестиваль подростково-молодежных клубов собрал увлеченных ребят города и района. Тематика самая разнообразная – спортивные, поисковые, музыкально-хореографические клубы. Мы приглашаем ребят разных возрастов, потому что у нас есть младшая группа и есть старшая группа. Мы набираем девочек, мальчиков, неважно. Мы можем научить их хорошо петь, выступать на сцене, они у нас будут танцевать. Вообще у нас очень дружный коллектив. Когда человек чем-то занимается, ему некогда скучать, он всегда чем-то занят. И вообще у него очень хорошее окружение. Просто человек очень получается добрый и веселый, и с ним легко и просто общаться. В преддверии 75-летия Великой Победы особенно важна работа с молодежью, которую проводят в клубе «Патриот» Славянского сельхозтехникума. Мы приглашаем новых ребят для вступления к себе в клуб. Мы ведем очень активную работу. Первые курсы работают вместе с обществом охраны и защиты памятников. Мы встречаемся с героями, и не раз у нас почти каждую неделю проходят классные часы с героями. Это дает будущему поколению, которое их сменит, большие надежды и также пример для подражания. Здесь можно было узнать подробности работы того или иного клуба, получить ответы на интересующие вопросы и записаться в клуб. Участники клубного фестиваля успешно показывали на сцене то, чего они добились за последнее время, и тут им было что продемонстрировать. Представители клубов были награждены дипломами за победу в различных номинациях фестиваля и подарками. Прекрасным завершением праздничного вечера стала молодежная дискотека «Привет, любимое лето». Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».